Февраль для молодых лидеров начался очень насыщенно. Активную гражданскую позицию проявили лидеры молодежной организации ВСМПО, которые представляли Верхнюю Салду на митинге в столице Урала. Он прошел 3 февраля. Мероприятие было посвящено 75-летию Сталинградской битвы. В центре Екатеринбурга на митинг вышли около 8 тысяч человек. На плотине со сцены звучали песни в исполнении местных военных ансамблей, стихи, посвященные Великой Отечественной войне. Не только о Сталинградской битве говорили участники митинга. Выступающие призывали поддержать наших олимпийцев, говорили о важности гражданской активности молодежи, поднимали тему сложной политической обстановки в мире, вопросы о борьбе с терроризмом.